очередной шедевр прилетел мне сегодня с посыльным. Это кардиган от модного дома Burberry. Я как филологиня сверилась с правильностью произношения, и Burberry — это правильное название модного дома. И вот кардиган в той самой клетке, которая является визитной карточкой знаменитого бренда. Впервые она появилась на подкладке плащей модного дома в 1920 году, и уже в середине 60-х годов 20 века она стала его неотъемлемой частью. Значит, рассмотрите вместе со мной детали. Пуговки, строчка, швы. Все идеально. Указан состав. Я покупаю расслабленные силуэты. Он опускается ниже талии на свой рост 164 и вес 59. Кто следит за моими постами, вес колеблется все время немножко. Я беру размер large, и он сидит идеально. Спасибо. Покупайте, кайфуйте, радуйтесь.